Привет, друзья! Сегодня хочу облегчить жизнь своим хейтерам и покритиковать сам себя. Ну, безусловно, грешен. Иногда кое-чего недооцениваю, кое-чего не понимаю. Однако постоянное экспериментирование дает мне возможность разобраться в собственной недальновидности. О чем, собственно говоря, пойдет речь? Я постоянно делаю свой антираковый коктейль, я туда даю всякие ингредиенты. И даю вам честное слово, как-нибудь в ближайшее время я сподоблюсь, так сказать, поставлю стол, уподоблюсь Островскому и выдам это видео, в котором я буду вам вещать, как красиво я делаю коктейль, какой я, в общем-то, кулинар и так далее. Да, так вот я даю различные ингредиенты, туда входит, безусловно, и имбирь, и яблоки, ну и так далее. И вот совсем недавно я начал подумывать о тыквенных семечках. Имея определенные проблемы с зубами, как вы понимаете, я как-то и понимая то, что у меня крупных паразитов нету, а везде написано, что крупные паразиты являются мишенью тыквенных семечек, ну крупные имеется в виду просто те, которые живут в человеке. Вот, и я как бы на это не обращал внимания, и вот совсем недавно я решил взять небольшую горсть, да, и добавить в этот коктейль, в блендер. Я был просто-напросто, скажу вам честно, потрясен. Как вы знаете, из всех моих видео, я на протяжении уже 900 видео говорю, что только воспалительный процесс, да, и ухудшение здоровья, ухудшение, так сказать, болевые ощущения негативные свидетельствуют о том, что мы затронули какую-то часть, так сказать, паразитарного мира. И только в таком случае какое-то улучшение. То есть, если мы имеем воспалительный процесс, значит, где-то что-то иммунной системе, если она еще существует, конечно, не понравилось. И вот, вы знаете, несколько дней я вот буквально вам с печи, так сказать, с жару подаю эту информацию, Настя улыбается, и я чувствую серьезные изменения, потому что если, и я начал понимать, что если они действуют на паразитов, на крупных, на мелких, на более мелких, то, по идее, те вещества, которые находятся в тыквенных семечках, должны действовать и на микропаразитов. И действительно, это оказалось именно так. Поэтому пройдет несколько дней, да, я сделаю полный обзор антиракового коктейля, без которого я не живу, так сказать. Вот, и покажу вам, как я пользуюсь, как я размалываю, как я решаю вопрос по тыквенным семечкам. И теперь в небольших количествах, но постоянно я буду эти тыквенные семечки давать, потому что это бомба, потому что это работает, потому что действительно это меня потрясло. И действительно я понял, что я очень многого не знаю, в отличие от моих хейтеров, которые точно знают, что я, так сказать, рассказываю полную ахинею. На сим желаю добра и здоровья. На сегодня все.